Сейчас я покажу вам, как я распеваюсь. Харе, 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 Я начинаю распеваться с ним. Обычно мне не хватает терпения, я сразу сверху начинаю. Там с ля си до, там. Ля си ла! Ля си ла! Но это все-таки не очень полезно. Поэтому я начинаю пониже распеваться, когда я сегодня выступаю, и мне надо быть распетым, я все-таки распеваюсь. Это бывает очень редко. И сейчас хочу показать, как я, собственно, распеваюсь. Харе, 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 Помакага как я, помакага как я, помакага как я. А там вроде нормально звучит. Горы ми фа соль я си до, до си ля соль ва ми ре до. Си-ля. Это уже более расслаблять надо. Си-ля. Чтобы как на шепоте взять самые низкие ноты. До, до си ля. А так вот упражнение хары-хары, которое мне показал сейчас новый педагог по вокалу. Вот очень оказалось занимательное упражнение. Я привык к индейским. Помакага как я, 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 помакага как я. Ну, сейчас вроде дозвучит прям без распевки. Но все равно надо распеться. Я долго не знал, как брать верхние ноты. И понял, что чем выше, тем надо их более расслаблять. И нашел расслабляющие звуки П, К и Х. И открывающие еще Г. Вот. Пам, а М она собирает и дает звонкий рот, что внутри. М-а, 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 м-а. Чем больше внутри звучишь, закрытый М, тем он звонче и становится. Теперь следующее упражнение, оно индейское. У-о-и-а-а, у-о-и-а-а, у-у-у-у-о-о-о-о-и-и-и-и-а-а-а-а. Это позволяет
связкам собирать звук и петь экономно на верхних нотах. Сейчас я не буду без распевки. Так я обычно без распевки на них перехожу. Сейчас не буду сегодня выступать вне. Соединенное с индийским звуком ха. Ха очень освобождает и облегчает звук. И другое индийское упражнение, зерно звука, она больше построена под этот звук. Это когда буду подходить, наверное, уже сейчас, уже и буду подходить к более высоким нотам. Далекое ха, оно дает удивительные результаты. Дает воздушный звук. Воздушный как раз звук ха. И сначала мы берем его тихо, а потом раздуваем. И вот это ха, оно позволяет его раздувать и оставлять госмыкание и голос воздушным и легким, собственно. И это не вредит при высоких нотах. Ля. Си, до. Попробую до диез. Вот так вот, бывает, то вообще не звучит, а то раз и нормально звучит. Диез тоже получается. Ну, минит, попробуй смотреть. А скрипа помогает, могу сказать, если голос скрипит, помогает джай. Фуджай, фуджай! Если голос скрипит, фуджа! Вы добавляете хрипа. Фуджай! Джай! Сдавливаете горло и хрип уходит. Фуджай, фуджай! Фуджай, фуджай! Фуджай, фуджай! Ти бемоль. Фуджай, фуджай! Фуджай, фуджай! Чем выше, тем вы больше расслабляете. Начиная с до, вы поете обязательно по типу ха. Хэ, он как раз и пэ тоже, он настраивает именно такой звук, где не страшно петь наверху. Фуджай, фуджай, фуджай. Вот до прошло. Фуджай, фуджай. И чем выше, тем нужно более маленькую область озвучивать. Попробую ре, но я еще не распеваю. Фуджай. Фуджай! Нормально. Ми бемоль. Фуджай! Фуджай!
Батми, но дальше это совсем другой регистр. Дыхание легче и посылайте легче П и Х. Ха-ха! Сивихар! Сивихар! Джай! Вот крик, значит, его надо на джай выдавить. Джай! Джай! Сивихар! Yes. Mi bemol. Do. Si bemol. La bemol. Fa fa. Поэтому внизу надо максимально петь плотно, а наверху максимально легко. Следующее упражнение – собачка. Это очень хорошее упражнение именно для перехода в сверхрегистр, который я еще владеть не умею. Так у меня получается кое-что, но этого не хватает. Ба 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 ба. Это тренирует и диафрагму, и тоже близкий яркий звук, легкий, который не травмирует связки. Ба 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 ба. Почти как ка 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 ка. Ба 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 ба. Вот ре. Ба 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 ба. Фа. Ба 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 ба. И сидим. Если у вас что-то начинает не получаться, мы на ней садимся, лаем так раз 50, и тогда верхние ноты становятся очень легкими, организм очень хорошо берет их. Соль. Ба 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 ба. Ля. Ба 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 ба. Ба ба а 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 а. Не, я уже начинаю как собака. И надо вжиться в образ, тогда, ну, так, с остервенением, как будто на кого-то лаешь, и тогда звук пойдет именно в той позиции, в которую нужно. Си бемоль. Ба 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 а 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 а. Си бекар. А 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 а. Нужно потом на а переходить, чтобы это полегче. До. Ба ба ба. Это хорошо тренирует, очень хорошо тренирует диафрагму. Видите, вот остается такая узенькая полоска. На до. А тут пошире. Ва, 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 ва. А внизу на сём. Ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба. Ба.
чем шире, тем более узкая полоска остается. Вот это у нас самая главная полоска. А чем выше, тем она более становится главнее и более очищается. Она остается всегда. Вот это до сейчас. А если ниже, соль, блин. Эта полоска остается, и к ней добавляется еще более объемное звучание. Организм, чем ниже ноты, тем он звучит более полнее. А чем выше, тем он убирает, как космический корабль летит, тем он сам убирает позиционно. Вот это вот остается всегда, вот эта узкая точка. И оперные певцы, они сохраняют вот это среднее звучание, среднюю ноту. До, 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 и соль, ми, до, и таким звуком дальше. До, соль, ми, до, и таким звуком они развивают до. Я таким звуком петь не могу, поэтому я на более хитрости иду. До, соль, до. Не всем телом, да? А уже вот этой частью. И вот это вот, что у меня находится во рту. Соль, до. До. Вот, потому что так я не дойду, как оперный певец. До. До. До, ре, ми, фа. Соль, вот уже не идет. Соль, я то есть поверю посыл. Соль, поэтому вот мне и получается верхние ноты, но не так объемно, как у оперных певцов. Мне должно звучать все тело. Да! То! Ре, ля бемоль еще могу взять, как оперный. То! Ре! А я облегчаю. Да! То! Да! Соре, даре, вот мой звук. Соре, вот еще си бемоль получается, в принципе, академический, ближе к академическому, не чисто академический. Си бемоль, соре, это вот принцип ха. Нет, соре. Не твердо, а именно воздушно. Соре! Потом можно идти вверх. Бемоль. Из-за того, что он легкий. Да! Соре! Соре, сейчас пробую академически. Соре, ля. Соре, си бемоль. Соре, си бекар. Соре. О, чуть на до святки не вылетели. Но если петь вот звуком другим, как я и говорю, то никогда из связки не вылезет.
я нашел такой секрет. Это надо петь именно полным звуком, академически. А другим, в другом стиле это не важно. Я выбрал для себя другой стиль, и мне плотно не так важно. Мне можно плотно внизу петь или в середине. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до. И переходить наверх просто. Си, до. То есть так, в принципе, у меня похоже. Ля, си, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Ре, ми, фа, соль, ля. А, сейчас я буду. Ну, вот так я постепенно распеваюсь. Ля бемоль, ля бемоль, ля мекар, си бемоль, си мекар, до диез. Соль фа ми ре до. Вот, я учусь, мне хочется вот этим овладеть. Вот этим я овладел. Соль ля. Вот это вот помогает собачка. Сейчас попробую что-нибудь сделать, но если не пойдет, я и не буду делать. В принципе, мне это не особо нужно. Фа, вот тут переход. Ми, фа. Вот именно там идет слом, и надо поймать вот этот звук, который ломается, и этим звуком дальше петь. Вот он выделяется, более тонкий. Вот соль, да. То у меня есть и без распевки, он сразу идет. На до, на ре, на ми. До третьей октавы. А вот когда начинаешь распеваться, он пропадает. Педагог мне советует идти вот этим звуком. Ре, ми, ми.
надо выделить этот звук как-то. Вот ми удел. Вот выделяется фа. Вот это надо найти, этот звук. Именно тембр. Дальше у меня пропадает после распевки, без распевки звучит, а с распевки этот звук пропадает, и вот только остаются самые плотные. Вот фа диез. Ну так, я распелся. Сегодня буду выступать.